ребят, то же самое, 1-0 отсюда, как мы делали, сюда передача, только единственное, что одну шайбу используете, когда сюда пришла передача, вот этот игрок отсюда сюда отдает шайбу, а не отсюда новую шайбу отдаете. Да в целом все хорошо, вчера только прилетели, отдохнули, поэтому я думаю, что силы есть, все нормально, хорошие сборы прошли, атмосфера в команде хорошая, вот, игра покажет. Ждем, естественно, хорошего результата, будем надеяться, стараться, у нас есть задача на игру. Будем стараться ее выполнять, а от Нижнего, как всегда, силовая команда, поэтому много столкновений, борьбы, единоборств. Вот, надеюсь, будет хороший хоккей. Ну, в любом случае, наверное, неважно, это турнир или чемпионат, выигрывать надо всегда, надеяться на победу. Задача от этой игры вкатиться, почувствовать ритм игры. Но атмосфера в команде хорошая. Все с позитивным настроем сюда приехали, ждем уже старта игр и устроились нормально, все условия здесь для проживания, для игр, все отлично, поэтому нормально все.